и возникает достаточно глубокий басовый звук. Вот сейчас мы играем без подзвучки, но с подзвучкой это совсем такой, как бас-гитара звучит. Причем можно играть разные тональности. То есть инструменты разговаривают между собой. Индийские таблы. Ну, похоже на таблы, да, но никто не пострадал при изготовлении. А что, табло страдают? Ну, они сделаны из кожи козы, да. Ну да. Вот, что еще? Ну, вот это вот как раз индийский инструмент, который по, как бы, считается, ну, таким южноиндийским аналогом табло. Потому что табло – североиндийский инструмент, он такой же появился благодаря пришествию в Индию мусульман. Вот, а этот инструмент чисто южноиндийский. В оригинале он делался из кожи ящерицы, такой lizard skin, очень большая ящерица, как такса. Вот, и он мочится, и так булькает. То есть можно играть мелодии, тональности. И такой маленький бубенчик, который похож на хай-хэт. То есть, в принципе, этот инструмент напоминает маленькую ударную установку. То есть ударная установка, но которая играет, на которой играет одной рукой. Вот, и, например, для освоения этого инструмента требуется 15 лет в Индии. Так же, как вот ситара, очень долго по освоению инструмента. Вот, и техника очень сложная. Да. То есть у вас одна рука превращается в такой серьезный инструмент. И большой вот этот инструмент, это такой, как бы, иранский бубен, но к бубну он никакого отношения не имеет, он создан для игры руками. Вот. Он пришел из Ирана, из восточных стран. Ну и коробочка с мампасье. Называется, говорится, если умеешь играть, можно и на коробочке. Ну да, это не имеет технического никакого принадлежности. Это обычный крем Невея, то взятый, туда засыпан, туда засыпан бисер. Так что вот хотите играть так, пожалуйста, крем Невея. Да. Очень удобный инструмент. Можно все что угодно на нем сыграть. Это южноиндийский, он как назывался? Вот этот инструмент называется канджира. Можете посмотреть в Ютубе, что там на нем творят. Было запомнить. Как раз индийскую тему подняли. Вовремя. Южно-индийскую причем интересно.